мистер исключительному! Это идеальный вариант! Знаешь, я ухожу около кучи супергероев, чтобы подготовить его к схватке с тобой. Но нет, и этого оказалось мало! Ты вырубил предыдущего, и мне пришлось внести большие коррективы. Конечно, пришлось повозиться, но ты того стоишь. Ведь все-таки я же твой поклонник. Бадди? Меня зовут не Бадди! Ты даже не исключишь! Этот поезд ушел! Я так хотел тебе помогать! Помогать тебе во всем! А ты что сказал мне? Вот и лети домой, я один работаю. Это был нож в спину. Но я понял важную вещь. Никому на свете нельзя верить. А своим кумирам особенно. Я зря так с тобой обошелся. Мне жаль. Вот, ты стал меня уважать, потому что я опасен. Так устроен мир. Очень многие, целые государства хотят добиться уважения и готовы выложить за это любые деньги. Я разбогател на изобретении оружия, а теперь есть оружие, совладать с которым могу только я. Хитрюга! Раскрутил меня на монолог, а сам геройствует! Прикольно, да? Нулевые колебания. Самые крутые изобретения я себе оставляю. Я уже не слабак? Что теперь, супергерой? Я синдром, твое наказание! Блеск. Ладно, вот тебе еще прикольчик, громила.